Результат жатвы превысил прошлогодний на 36 тысяч тонн. Об этом журналистам рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Краснодарский край одним из первых в России приступил к уборке. Удачно завершить ее не помешали даже сложные погодные условия. В итоге в наших закромах больше 10 миллионов 400 тысяч тонн качественного зерна. Из них больше 9 миллионов тонн пшеница. Передовики – Тбилисский, Брюховецкий и Новокубанский районы. В рекорд вложено немало сил и средств. Это заслуга всех, кто работал в полях без праздников и выходных. Агрономов, комбайнеров, механизаторов. Конечно, нам помогают и ученые. Они обеспечивают практически всю страну проверенными сортами зерновых культур, которые дают высокую урожайность даже в сложных погодных условиях. По сравнению с прошлым годом повысилась и средняя урожайность зерновых. Она достигла показателя в 64 центнера с гектара.